Всем привет! Меня зовут Борис Балыков. Мы находимся на этой прекрасной студии Горький Саунд. И сегодня мы сравним два ламповых преампа, а именно RNR Solo и Mesa Preamp Rectifier Recording. Первый стоит 40 тысяч рублей, второй 170. Действительно ли есть разница в 4 раза? Разберемся в этом выпуске. Давайте сейчас послушаем синий канал преампа RNR Solo. Просто потому, что он сейчас подключен. А синий потому, что с грелкой. А теперь послушаем красный канал без грелки. Это был рифовый звук преампа RNR Solo. А сейчас мы послушаем рифовый звук Mesa. Естественно, это был звук с грелкой, потому что Mesa без грелки никто в здравом уме использовать при игре метальных рифов не будет. А сейчас мы послушаем звук для соло. Сначала Mesa. Сейчас мы послушаем сольный звук усилителя RNR Solo. Для этого его нужно сначала включить, а потом переключиться на... Давайте для начала на синий канал, чтобы было честно. Но, так как у RNR есть еще и красный канал, было бы нечестно его не включить, потому что он хороший. Теперь, ради приличия, мы, конечно же, сравним чистый звук данных усилителей. Для этого мы включим отсечку на гитаре и включим среднюю позицию. И звука нет. Вот теперь послушаем. А сейчас послушаем чистый звук Mesa. Thank you.
У Месы есть несколько режимов клина. Давайте все их попробуем. Это был обычный клин. Сейчас будет так называемый fat clean. Еще бы играть научиться. Красиво. А теперь так называемый брит клин. По чистому звуку мне больше понравилось месо. Ну и в качестве бонуса мы сравним два этих усилителя, предусилителя, с маленькой педалькой за 5000 рублей под названием AMT-R2. Вот она, все ручки по центру, с той же самой грелочкой, с теми же самыми настройками. Послушаем рифовый звук. А теперь попробуем без грелки. Послушаем сольный звук прямо по AMT R2. Ну и на закуску чистый звук от этой малышки. Еще бы играть научиться. У нас есть победитель! Ладно, надо что-то еще сказать. Например, пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, какой преамп вам больше всего понравился и какой бы вы себе купили. А это же один и тот же вопрос. Но неважно. Всем спасибо за просмотр. Спасибо прекрасным людям из прекрасной студии Горький Саунд. Всем пока!